Сегодня 12 июля, 8 утра. Начинаем движение на гору Ламадук из Старого Манали. Да, погода позволяет. Погодка отличная. Вокруг кедры. Дорожка начинается вот такой тропой. В путь! Вот мы уже на выходе из Олд Манали. Высота 250. Кстати, мы начали движение с высоты 2000. Олд Манали на высоте 2 километра находится. Вот. Вот так видно сверху Вашист, вдалеке деревня, где мы будем дальше жить. Вот. И вот такая вот дорожка идет вверх. Будем двигать к небесам. Местные жители живут, такая мазанка. Мы поднимаемся по-прежнему на Ламадук. Высота уже 2220. Вот. Здесь такие ворота. Мы входим в место дикой жизни, дикой природы. Манали. Здесь предупреждение, как себя вести. Чтобы не обижать животных. Ну, дорожка пока не сложная. Единственное, что после дождя немножко скользко в некоторых местах. Сейчас я покажу. Глина. Прошли мы еще немного, но виды открываются очень красивые. Такое зрелище. На Вашист. Внизу шумит река. И в эту сторону скалы и вершины с полями, с лугами. Идем дальше. Высота 2450. Вот. Была нормальная дорожка у нас. И вот пошла вот такая в зарослях. Заросли и камешки. В общем, на четвереньках кое-где приходится, да? Так. Теперь вот так вверх. Где-то там путь наш. Ух. Мы пришли к водопаду. По маршруту у нас был водопад, Паша отмечал. Ну, водопад символическое название. Это ручей горный. Это первый наш промежуточный пункт. Как бы полпути прошли почти. Дерево, ну я тут его. Между камнями лежит. Водичка вообще. Она ледяная. Ну понятно. Пошелки сводит. Да, аккуратненько. Ой, ну красиво так. Вот туда посмотри. Сейчас. Развернись. Миш, надо развернуться, чтобы не упасть. Это паузу назвали? Нет. Снимаю. Ох. Где-то там справа внизу ваш Манали. Красота. Мы продолжаем свой путь. Высота 2500. Дорожка такая уже пошла более сложная, потому что был дождь сильный и грязненько. И скользенько. Так. Спускаемся. Но мы не теряем надежды покорить вершины ямалайские, красивейшие. Даже грибочек сегодня по дороге нашли. Паш, как называется грибок? Польский. Вообще такую манюня. Ну, не стали рвать, потому что он один. И такой средненький еще. Идем дальше. Мы уже на 2650 добрались. Дыхание становится тяжелее. Да, Ленчик? Да. Чаще делаем остановки. И дорога такая после дождя довольно-таки скользкая. Меньше камней становится. Вот такая вот тропа. Земля, земля, земля. И все время вверх. Пошла вертикалка. Вот. Туда так будет маршрут идти в гору.
тяжело. Высота 2700. Мы идем, трава все выше и выше. Вот это на уровне глаз. Вот такая дорожка. Да. Сейчас покажу в округе, что. Вот такая полянка из таких растений. Вон Паша пошел. Мы пришли на смотровую площадку. Лук называется. Под навесиком тут. Все хорошо, но как-то тучка заходит, заходит прям совсем. Нас беспокоит. А нам еще идти почти 2 километра в гору. Вот такая тучка. Конечно, красиво, но идти не будет некомфортно. Трава все выше и выше. Прямо уже над головой. Мы даже немножко пересидели дождик, потому что он пошел, тучи развеялись. Людям на будущее, наверное, нужно одевать штаны, потому что шалится крапива. Что-что? Высота, пошел, он говорит, 2800. Идем дальше. Ничего, скользко дальше, глина. Так, дорога такая. Мы уже на высоте 3000. По дороге нас застал небольшой дождик. Дышать все труднее и труднее. Лена по дороге умудряется землянику есть. Ну и глина немножко размывает дождь. Поэтому дорога сложнее и сложнее становится. Вот туда нам еще идти 200 метров по пути и 150 метров вверх. Я снимаю видео. Мы пришли до конечной точки. Высота 3040 метров. Вершина Ламадух. Вау. Видимость очень плохая. Пошел дождик. Туча. О, дождик. Я покажу в округе. А тебе вот туда надо выйти? Сейчас выйду. Ой, там облако выдымается прям. А вы, мальчишки, сзади. Ребята, которых мы встретили по дороге. Дочь вели. Снова пошел дождик. И гром. Высота 2600. Мы идем обратно. Дорога ужасная. Всю дорогу был ливень. Но вот только-только закончился. Мы решили хотя бы снять немножко красоты вокруг. Вон там. Снежные горы. Там тоже. Вот, посмотри, какой водопад, Лен. Вот наши ноги. Ты снимаешь видео? Да. Вот Паши ноги. Там мы так топали. Подходит к финишу наше путешествие на Ламадук. Мы поднялись на вершину. Начался дождик там. И вот этот ливень шел 4,5 часа, пока мы спускались. Мы шли по грязи, по воде, по глине. Это ад какой-то. В общем, устали как собаки. Спуск почти вертикалка весь. Вот. Но зато мы вот дошли, нам еще 300 метров по высоте вниз идти. И вот такие виды открываются снежных Гималаев. Мы сейчас просто стоим на поляне, нереально красивой.
И везде наверху снег. Вот здесь такое интересное дерево невероятной толщины. Лен, можешь подойти к нему? Толщину показать. Вот, просто огроменная. Ну вот так. Вот так мы сходили на Ламадук. Нам осталось немножко вниз. Устали как собаки. Зато мы покорили вершину пешком 3040 метров. Это наше на сегодняшний день достижение.